19 марта в спортивном комплексе КАИ «Олимп» прошла церемония открытия регионального этапа Ассоциации студенческих спортивных клубов России, в завершении которой состоялся финальный матч по мини-футболу между Казанским государственным энергетическим университетом и Казанским авиационным институтом. В этом матче решалось, кто станет счастливым обладателем путевки на всероссийский финал чемпионата АССК, что только прибавляло зрелищности и энергичности к этой игре. Сегодня пройдет открытие регионального этапа чемпионата АССК России в Республике Татарстан. Такие открытия пройдут еще в 50 регионах нашей страны. В этом году всероссийский финал пройдет в городе Анапа, где соберутся 1500 участников и сразятся за главный трофей этого чемпионата. Уже с самого начала обе команды принялись за дело. Игроки выкладывались без остатка буквально в каждом моменте и сохраняли предельную концентрацию на протяжении всего матча. В первом тайме счет так и не был открыт, а вот второй тайм стал ключевым в этой встрече. Первыми счет открыла сборная КГУ. Но футболисты КАИ явно превосходили классом своего соперника, что позволило им отыграться и даже выйти вперед с разницей в 3 гола. В конце встречи энергетикам все же удалось сократить разрыв в 1 мяч. Иван Евсеев, Владимир Нелюбин, Универньюз.